«Дети России. Посланники мира» в Донбайе проходит фестиваль в знак поддержки и помощи детям войны из ДНР. Духовно-патриотическое мероприятие направлено на воспитание, уважение и сохранение традиционных семейных ценностей. Организаторы АЭНО – культурное просвещение и социальная помощь. Вера, надежда, любовь и туристический комплекс «Старый Донбай». С открытия фестиваля Дарья Тендит. В этом году Донбайский фестиваль встретил более 40 ребят из городов Донецкой Народной Республики. Это воспитанники воскресных школ, дети, которые принимают активное участие в жизни храмов и сопровождающие. Впрочем, для школьников настоящее чудо – это горы, свежий воздух и зимние забавы, а также незабываемое путешествие. Многие из них уже не в первый раз приезжают в Донбай, но каждый раз открывают для себя что-то новое. Я первый раз приехал. Мне очень нравятся горы, такая эстетика тут. Ну, очень все нравится. Добрые люди тут. Мне очень все нравится. Здесь все очень добрые, все открытые, все очень рады нас видеть. Они прям вот как семья все нас принимают, как в родной дом. Поэтому мне очень сильно нравится здесь. Торжественное открытие состоялось в доброжелательной обстановке. Участникам фестиваля подготовили большую развлекательную программу. В течение 10 дней ребят ждут множество концертов, творческие встречи с известными музыкантами России, беседы со священником Петром Гриценко. На открытие фестиваля приехал известный музыкант Дмитрий Юрков, который часто выступает в зоне СВО, поддерживая бойцов. Он исполнил душевные военные песни. Идея организовывать такой отдых детям пришла случайно, но осталась доброй традицией. За 5 лет фестиваль основательно вошел в жизнь Донбая. Он дарит детям войны веру в чудо, ощущение теплоты, любовь и гармонию. Погружает в дружественную атмосферу, а это самое главное. Организаторы фестиваля очень благодарны всем тем, кто помогает дарить детям праздник. Когда ты находишься под прессингом войны, где, как говорится, главенствует злоба и ненависть, и когда ты переходишь в лоно, где торжествует любовь, то есть все меняется. И вот программа фестиваля, она так выстраивается, чтобы дитё был, как сказать, окутан вот этим общением, любовью, общением, дружбой. Ну, естественно, все эти уже вспомогательные, развлекательные вещи. В завершении мероприятия детям подарили сувенирные подарки для творчества от организатора фестиваля. Дарья Тендит, Алиба Станов, Вести Карачаево-Черкесия, Донбай.